А правила дорожного движения грибановские. Чтоб по улицам гулять, нужно правила нам знать. Как пройти дорогу скоро по сигналу светофора? Пешеходам для начала нужно знать лишь два сигнала. Красный – стой, спокойно жди, а зеленый – проходи. Для машин закон таков – три сигнала, путь готов. И водитель должен знать, можно ехать или стоять. Красный свет – запрет движению, желтый свет – приготовлению, а зеленый свет горит – проезжайте, путь открыт.